Алло. Доступ открытый на Ютубе или по ссылке ограниченного количества? Ну все, у меня... Ну, я буду стараться, да, успеть. Передача Вячеслава Белоус, номер 72, шайба забросил Даниил Терехов, номер 19, команда Юность. Планировать. Сейчас просто игра идет, я потом уже с вами до конца. Хорошо. Хорошо. Шайбу забросил Никита Григорьев, номер 8, команда «Юность». За удар соперника локтем малым штрафом наказан Даниил Сидоров, номер 3, команда «Юность». Взятие ворот не в защиту, так как шайба не пересекла линию ворот. «Юность» играет в полном составе.